В этом году конкурс «Ученик года» собрал в зале Дворца детского и юношеского творчества 17 креативных и талантливых отличников из разных школ города. В январе они прошли жесточайший отбор в своих образовательных учреждениях. До финала добрались лишь лучшие из лучших. Сегодня у нас встретятся старшеклассники 9-11 классов школ, лицеев, гимназий города Улан-Удэ. На нашем конкурсе ребята пройдут три конкурсных испытания. Первое – это творческая презентация «Я наследник Великой Победы». Второе – это исторический квиз по истории Великой Отечественной войны. И третий конкурс – это защита проектов «В мире добрых дел». Среди лучших – активистка, спортсменка, десятиклассница Диана Верещагина. Ее копилки уже немало наград с различных конкурсов, мероприятий и соревнований. Полгода назад она разработала проект добровольческих инициатив «Спешим сделать добро». Наша школа имеет уже немалый опыт в именно мероприятии, посвященных добровольчеству, но не было такого определенного центра, который бы отвечал вообще за развитие детей, за добровольческое исправление, за исключение всех правонарушений, может быть, даже и прививание этого любви к добру. И я решила создать такой центр, который поможет детям сделать первый шаг к добрым поступкам. Этот год для конкурса юбилейный, 15-й. В этот раз он посвящен юбилею Великой Победы. От героев былых времен не осталось пару имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей. Ежегодно конкурс проходит при поддержке администрации города и Малой академии наук. 15-й год подряд наш комитет по образованию администрации города Улан-Удэ инициирует данный конкурс, в том числе в рамках поддержки выявления, развития и становления юных дарований. Призы подготовлены хорошие. Так, за первое место мы вручаем 7000 рублей, за второе место 6000 и за третье 5000 рублей. В этом году Диана стала победителем в номинации «Грация и талант», а лучшим учеником года стал представитель 37-й школы. Именно он и еще двое ребят, вошедших в призовую тройку, будут защищать честь города в республиканском конкурсе «Ученик Бурятии-2020». Мария Кравцова, Екатерина Листратова, Даниил Турхисанов. Новости дня.